Боюсь, что может возыметь обратный эффект, и не все у нас девушки крепкие, могут у них вырвать из рук этот баллончик, могут и обратно набрызгать. Ну, плюс работа у нас в основном в стесненных условиях, а в стесненных условиях-то распылять тоже крайне опасно для себя же. В подъездах, в квартирах, если это происходит. Здесь мы не дадим на бригады данные вот средства защиты, потому что мы можем подвергнуть еще большему риску здоровья наших работников.